Всех приветствую вас, дорогие друзья, официальный канал Нового Тольятти. Сегодня у нас дисконт, скидка на автомобиль Нива Travel белого цвета, комплектация Black. Black комплектация, одна из самых популярных на сегодняшний день. Почему? Потому что она смотрится, в принципе, очень красиво, сочетание именно черных элементов. Допустим, вот здесь белый цвет, да, черные диски, черный внедорожный обвес в арке плюс, а здесь идет в цвет кузова, то есть гармонично все это сочетается. Тонировка задней полусферы, колпак на запасном колесе, датчик парковки, камера заднего вида. Салон очень классный, интересный салон у автомобиля. Здесь такие ромбики, черный потолок, подлокотник с подстаканниками, но это понятно. Мультимедиа Яндекс, гидроусилитель руля, два передних стеклоподъемника, кондиционер, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал. Вот такой вот белый Black 2024 года мы сегодня продаем по дисконт-скидке. В общем, вас всех, наверное, интересует цена, я понимаю, этого автомобиля больше всего, наверное, да? Вот. Рекомендованная цена заводом на этот автомобиль составляет 1 534 или 537, точно не помню сейчас, тысяч. Вот. Вам мы отдадим за 1 460 000. 1 460 000 за Ниву Travel Black белого цвета, пожалуйста, 2024 года с гарантией. Естественно, все отлично. Тут по автомобилю вопрос можете не задавать. Все прекрасно, и машина гарантийная, обслуживание у любого дилера и так далее. В общем, друзья, спешите, забирайте автомобиль в наличии, новый, товарный, 2024-го. За 1 460 000 Niva Travel Black белого цвета. До новых встреч, всем успехов, пока, друзья.